Поросшее березками поле близ села Большой Коровино Захаровского района. В октябре 1941 года здесь потерпел крушение дальний бомбардировщик Красной Армии. Он возвращался с Серебряно-Прудского района после выполнения задания на аэродром Всасово. Что случилось в воздухе, пока определить не удалось. Однако летчику удалось катапультироваться, и он выжил. Погиб потом уже в другой дивизии через год, в 1942 году. А члены его экипажа погибли здесь вместе с самолетом. Жители близлежащего села видели, как это происходило. Они потом пришли на место падения самолета. Останки летчиков похоронили здесь, в селе. А на месте падения самолета поставили православный крест. Сейчас здесь работают члены поискового движения России со всех регионов страны. Место падения самолета рязанские поисковики обнаружили еще в 2010 году. Однако тогда в ходе поисковых работ не удалось найти ни двигатели боевой машины, ни детали с номерами, которые могли бы удостоверить принадлежность бомбардировщика. Здесь обломок шасси. Вторую часть нашли сейчас. Удалось установить фамилии членов экипажа. Летчик Александр Колодкин остался жив, однако погиб он через год, находясь уже в составе другой авиадивизии. Штурман Борис Подорожный, воздушный стрелок-радист Борис Громов и воздушный стрелок Федор Сарамут погибли при падении самолета. На месте падения обнаружены частицы обгоревшего металла, что позволяет предположить, самолет при ударе о землю загорелся. Размах крыла почти 22 метра. Вот представь. Минимум. Крылья должны упасть, разлететься. Упавшие во время войны самолеты поисковики находят нередко. Для этой работы уже создаются специальные профильные отряды. Экспертом проекта «Небо Родины» является опытный поисковик из Санкт-Петербурга Илья Герасев. Непонятно, почему замки парашютов расстегнуты. Я тоже говорю, все расстегнуты. Все расстегнуты. То есть кого-то и все-таки парашюты снимали? С них. Значит, если снимали парашюты с них, значит, это за хранение. Вторая нога, вот пряжка там между. Пряжка вот. Здесь что-то голова. Здесь голова была. Похоже, голова тоже там кое-то. Здесь вот рука, вот плечо вот это. Это вот предплечье. На месте крушения самолета активисты проекта поискового движения России собрались для обмена опытом работы. В межрегиональном семинаре практикуме организаторов авиапоиска времен Великой Отечественной войны «Небо Родины» принимает участие специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов, руководитель общероссийского общественного движения «Поисковые движения России», член Общественной палаты Российской Федерации Елена Цунай, а также члены поисковых клубов регионов Российской Федерации. Здесь собираются, в общем, такие любители авиации и специалисты именно по самолету. Обратили внимание, все в основном возрасте, мало молодежи, в основном все деды, кто вот фанаты. Я тоже в авиации 30 лет провел. Активисты проекта «Небо Родины» надеются, что им удастся обнаружить номерные детали, которые подтвердят, что это тот самый самолет ДБ-3А, потерпевший крушение 17 октября 1941 года. В этом случае на памятник можно будет нанести имена всех троих членов экипажа – Бориса Подорожного, Бориса Громова и Федора Сарамуда. Здесь работают уже поисковики, специализирующиеся по авиационной технике и по самолетам. Это своеобразная работа. Одно дело пехота, другое дело. Здесь есть специфика. И вот то, что впервые специалисты именно по этой части работ собрали здесь, в Рязанской области, и не только ведут раскопки, подъем, но они и обучают молодых ребят, как надо грамотно работать по авиации. Это во-первых. А во-вторых, мне кажется, здесь фронт работ еще очень большой. Что вы, наверное, слышали, в 700 метрах вот этого самолета найден второй самолет, который неизвестно, что это за самолет. Просто нашли только место падения обнаружили, а вся работа впереди. Недавно совсем стало известно, вахт памяти своих полноценных не было. Сегодня, наверное, можно сказать, первая такая вахта памяти. И спасибо всем, кто приехал из других регионов нашим поисковикам помогать. Я думаю, что тот центр организации поисковых движений, который создан, объединяет он 9 отрядов, он как раз сможет и здесь у нас не только ездить, это тоже надо делать, но и в другие области, но и здесь организовывать вахты памяти. Мы стараемся провести вахты памяти в
Рязанской области, следующий уже в этом году. Мы сейчас только что с ребятами об этом поговорили, потом предметно обсудим, как это сделать, чем им помочь. Будем это движение обязательно развивать здесь, у нас в Рязанской области, хотя не так много мест, не такое большое поле деятельности, для этого у нас все-таки линия фронта проходила с краю области много, но тем не менее все солдаты должны быть подняты и захоронены с почестью. Участники семинара подведут итоги первого года работы проекта «Небо Родины» и обсудят планы на вторую половину 2017 года. Также в рамках семинара состоятся мастер-классы специалистов по авиапоиску и презентации книг, посвященных авиации в годы Великой Отечественной войны. Вячеслав Астафьев, Дмитрий Соколов, РВТВ.